уходишь, а ты в конце не надо 30 раз, но раз 15-20 сделать каждый раз. Я тебе гарантирую, что ты через месяц будешь делать 10 раз на одной руке. Вот, я не верил сам. Ты пришел на тренировку, и там отжимания, там хватки, там вдруг один раз на одной руке 5 раз лежался. И, а я утром ходил там за линку, так. Так не надо, она так поломается. Рука соскользет. Стал делать. Месяц прошел, месяца полтора-два. И 50 раз на руке сделал. 50 на правой, 50 на левой. Офигеть! А вначале мне показалось, это вообще страшно. С колен делать. Я у мамы мог делать 50, она у меня забирала телефон. Я говорю, давай 50 отжиманий, она у меня дает телефон. Ножки с колени. И не колени, ну наоборот. Пяточки суд. Вот так, да. И вот так вот. Да, вот так это так. Вот, уно, двое, три, патру. Молодец. Чинь. Шапка. Шапка. Оп. Ну. Здесь. Все. Хватит. Устрижище. Двое. Три. Патру. Чинь. Шапка. Шапка. Оп. Ну. Все, ставьте на место. И вот так понемножку с каждой тренировки уходите, делайте. И все. И вы в классе будете делать и с хлопками, и с хлопок здесь, и с хлопок тут. И на одной руке покажете и скажете свободно. Вот. Нет, просто давно не делал. Оп, не спеши. Молодец. Нет, так, послушай. Еще раз, ножки надо подкачать. Потому что сразу не стоит делать. Ты же сильно не специально не тренировался. Все, слушай. Да? Все. Да, двум. Мальчики, все, все, хватит.